Мария Зайцева, российская певица, участница музыкальных телешоу. Сейчас исполнительница выступает вместе с Марией Шейх в составе группы «Две Маши», а также занимается сольным творчеством. Вокалистка имеет большую армию поклонников, ценящих ее за неповторимый голос и артистизм. Проект «Народный артист» подарил Марии не только славу, карьеру, но и мужа. Именно там Зайцева познакомилась с Алексеем Гоманом, победителем этого музыкального телеконкурса. На телепроекте они очень много общались и часто проводили время вдвоем. В 2003 году, после победы Алексея в конкурсе, влюбленные начали жить вместе. После 6 лет совместной жизни, в 2009 году Гоман и Зайцева поженились. По словам молодой семьи, свадьба получилась спонтанной и поэтому вышла тихой и скромной. Но тем не менее, все остались довольны. Жених и невеста пришли в ЗАГС в джинсах и пиджаках. Торжество супруги устроили только для компании друзей. А еще через 3 года у Марии и Алексея родилась дочь Александрина. Это произошло 28 декабря 2012 года. В 2013 супруги объявили о своем расставании. Музыканты признали, что разошлись почти сразу после рождения наследницы. Мария и Алексей долгое время пытались завести ребенка, но не получалось. По иронии судьбы, певица забеременела, когда любовь в семье уже угасла. Супруги расстались без ссор и скандалов. Как признался в интервью Алексей, в их личной жизни не было ни измен, ни обвинений, ни дележки ребенка и имущества. При этом Гоман и Зайцева сначала решили не оформлять развод официально. Пара воспитывала дочь, оставшись в дружеских отношениях. В конце 2014-го журналисты выяснили, что Мария Зайцева все же развелась с мужем. При этом певица не комментировала эту информацию. В начале 2021 года стало известно, что Зайцева участвует в 5-м сезоне популярного шоу «Перевоплощение точь-в-точь». А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.